Приветствую вас на канале Esplay. Это Hitman World of Assassination. На 100%. Ну, вообще, на самом деле, будем проходить сейчас Hitman 1 2016 года. Но вот она в третьей части, все три игры есть. Как потом называть серию, понятия не имею. Так. Ну, сюжет, наверное. Наверное, на ролик, который вот я записываю, я попробую пройти на Silent Assassin. На бесшумный убийца. А потом на стримах уже будем все остальные испытания выполнять. Задач нет. Испытаний нет. Обучение, наверное, будет. Учебный комплекс НКА, 1999 год. Графика чем-то похожа на Star Wars. Павший Орден. Там такая же была. Welcome to the agent program, initiate. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Пройдите в направлении заряженных ламп. Воу. Великолепный вид, правда? Меня зовут Диана. Позволь тебя проводить. Похоже, кто-то у нас очень скрытный. Тайны — наш главный товар. Кроме того, насколько я знаю, у тебя самого их немало. Если хочешь знать, я не такая, как ты. Я оператор. Агенты и операторы работают вместе. Знаешь выражение «познай врага своего»? В этом и заключается моя работа. Знать врага — это полдела. И знаю, не менее важно знать самого себя. Я работаю над этим. Я читала твое дело. Очень впечатляет. Ты часто импровизируешь, но думаю, на заданиях иначе нельзя. Расскажи, как это — забирать чужие жизни? Спонтанно, беспорядочно. Ты поэтому здесь? Поэтому позволил себя проверить? Возможно, проверяют не только меня. Ну вот мы и на месте. Начальный курс стартует в 6:00. Тебе лучше подготовиться. Вы уверены? Да. Второго шанса не будет, мисс Берн. Только не здесь. Я выбираю его. Могу я спросить, почему? Он словно чистый лист. Асоциален, апатичен и неотзывчив. Без сомнения, у парня отличные задатки, но, возможно, я вижу возможности там, где другие видят лишь недостатки. Сэр, разве не в этом работа оператора? Посмотрим. Убить может каждый, мисс Бернвуд. Он по-прежнему ничего не помнит? Если и помнит, он об этом молчит. Мы обязательно изучим эту историю. Госпиталь в Румынии. А пока не спускайте с него глаз. А какую часть он продолжает, если... But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Удачи. Какую часть она продолжает, или это вообще полный перезапуск? Найдите цель при помощи инстинкта. You exhibit an unusual level of enhanced sensory perception. Use your instinct now to sense the position and movement of people around you and identify your target.
Ну, вон он. К сходням. К трапу, наверное. Че? Что? А, хрена себе. Подожди. Так, усмирите механика. That mechanic is in your way. Sneak up and subdue him quietly. Аку нажать или держать? Нажимать. Ну, теперь надо его спрятать куда-то. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad initiate. Before you move on, I suggest you hide your tracks. You have a much greater chance of success if your actions go undetected. The toilet should do the trick. Г. Right. They won't find him anytime soon. А тут еще что-то вот сбоку было. Сейчас видел. Вот это вот. Так его можно было не убирать просто. Ну хотя он бы не дал же мне пройти-то. Тогда в таком случае. Игра сохраняется автоматически. В меню можно сохранить и загружать игру вручную. Вот это что значит? Окей. This particular uniform should get you access through the staff entrance. Just act normal. Люди со значком стражника сочтут вас подозрительным. Не попадайтесь им на глаза. Hold on. That mechanic with his back turned? He's what we call an enforcer. He knows his crew and he'll see right through your disguise. So stay out of his line of sight. Это у которых вот над башкой, значит, точка. Right. Start by locating your target. Intel suggests he's around the bar area. You're in. Well done, initiate. It's okay. Huh. You don't waste any time, do you? Eh, suppose on a boat like this, there's always something to fix. Они что-то агрятся, что я подошел просто. Надо, наверное, чуть ниже, да, вебку переместить. А там задание не видно. Hello there. Бросьте, чтобы оглушить шеф-повара. Прикольно.
буквы на английском. Good thing we have insurance. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Блин, а он там не помрет разве в холодосе? Суп. Ключ. Мотолок. Все, теперь нас наверх пропустят. Здорово. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Go ahead, sailor. The target will spot you if you get too close. To eavesdrop on his conversation, try and find a way to blend in. Mm-hmm. Back already? This spotty. Making us look bad. Chew your food, why don't you? Blending in, I see. Well done, initiate. Not with that attitude, they don't. Ну делай что-нибудь. Просто стоит. Mr. Norfolk, so good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that. My sympathies. So, excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Nice impression. If we win, you can fix me a drink. Anyway, sounds like Ritter is about to have a private meeting with the gentleman in white. This could be useful. So when's the yacht picking up anchor? Okay, well, they'll answer me then. Ну сейчас меня хер сюда пустят. Clearly, Ritter doesn't want to be disturbed. Try sneaking around the back. Thing is, I could have sworn it was stolen from the Stuyvesant's private collection in Boston a couple of years back. Most impressive. People get what they pay for, Mr. Norfolk, and you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene technology. Most of my clients are art collectors. So what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. Wait for it. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first with this reactor will become the king of... Well, I'm rooting for you. Now is your chance. Use your silent pistol or the client will notice. Hold on. Незаконный предмет. Так, в зависимости от вашего костюма, некоторые предметы считаются запрещенными. Чтобы избежать подозрения, скрывайте запрещенные предметы. Однако некоторые предметы большого размера скрыть невозможно. Второго не надо убирать. Как оружие прятать? Вот наш. The red car marks your exfiltration point. Simply push the button and you're in the clear. Здесь вообще есть какой-то общий сюжет?
Advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. I guess my hunch was right about you. I look forward to the final test. Как вы догадались? Я вам говорил, он способный. Невероятные показатели. Такие навыки и рефлексы можно развить только путем долгих тренировок. Огромная сила и никаких моральных ограничений. Он может быть опасен. Я думала, это нам и нужно. У всех агентов есть слабые места, мисс Бернвуд. Болевые точки, которые позволяют держать их в узде. Но этот... Возможно, лучше просто... Дайте мне шанс, сэр. Дайте ему шанс. Я беру всю ответственность на себя. Хорошо. Все в ваших руках. Ну, здравствуйте. Improvise. We will be watching. Так, свободная подготовка. Перед окончанием обучения вы можете заново пройти задание по устранению Риттера. Как именно вы выполните задание, выбирать вам. Мы рекомендуем найти как можно больше разных способов. А тут испытания есть? Так, чистильщик, это спрятать цель в шкафу, переодеться Норфолком и встретиться с целью. Блин, нифига себе. Можно его утопить. Поднимитесь на яхту, переодевшись охранник. Ой. Удавкой. Убить посредством частного случая со спасательным плотом. Убейте с помощью дистанционной бомбы. Ну, получается, для 100% нужно вот это все выполнить. Поднимитесь на яхту, переодевшись охранником. Разместите оружие так, чтобы его нашел охранник. Найдите крысиный яд на палубе 0. Найдите маскировку члена экипажа в каютах на палубе 0. Отравите цель крысиным ядом. Отвлеките охранника с помощью генератора. Бросьте монету, чтобы отвлечь человека. Так, убить цель. Ну, давайте, наверное, самое утопить. Короче, все это нужно делать с помощью, я думаю, переодевшись вот этим Норфолком. А еще вопрос такой. Так, а где смотреть вообще? Тут тоже нужно вот все, например, все оружие. Воу. Так, нужно понять, где этот... Это цель. Нужно понять, где этот Норфолк. Вот нужно ли брать оружие? Блин, что это, перезапускать игру надо, чтобы клавиши сменились, что ли? Да. И что, его не видно так будет? А как бросить? Вот, бросить предмет.
Блин, даже монеты. Если вам срочно нужен на небольшой отвлекающий маневр, бросьте монету. Те, кто услышит звон, обязательно пойдут. А все это через инвентарь выбирается. Меня запалят, если я буду открывать дверь. В текущем костюме доступ на этот участок запрещен. Придется найти более подходящую маскировку. Блин, его, по-моему, вообще можно не устранять на самом деле. Где эта монетка? О, вы завершили испытание. Скажи. F1. Ну-ка. А, ну это то же самое открывает. Ну это я просто отвлек. Отвлечь любого человека. Окей. Еще можно было каким-то генератором отвлечь. Но это, возможно, дальше будет. Блин. This job is serious business, man. No room for fakers and wannabes. I'm so not... Так, ну монетка, я его отвлек. И он меня как бы запалил. Я начал заново. Зачем ты мне постоянно это показываешь? Здорово. Где вот кого мне надо генератором отвлечь? Интересно. И вообще, как мне переодеться в белого-то чувака? Если вас заметят за совершение противозаконных действий, это привлечет нежелательное внимание. Меня вроде никто не видит. А что это такое? Кто меня видел? Непонятно, зачем его отвлекать пока что. Крысиный яд нашелся, смотрите-ка. Так, людей и некоторые объекты в мире игры можно отравить. Яды делятся на три категории. Рвотные, от которого жертву тошнит. Смертельные, которые за короткое время убьет жертву. И седативные, которые оказывают усыпляющее действие. Но это какой яд?
А, так это вон обратно я вышел. Ну-ну-ну. А что тут в туалете есть? Вы начинаете вызывать подозрения, если вас заметят на запрещенном участке. Понятно. Смотри, чувак, все, я ухожу. Извини. Не обессудь. Мне надо теперь найти, короче. Ну вот того мужика, который в белой форме-то будет. Где вот его искать? Так, знаете что? Какие мне там уловки-то надо делать? Спрячьте цель в шкафу. Яд я нашел. Вот, переодеться Норфолком надо каким-то образом. Где его найти? Переодеться охранником. А, я понял, зачем я внизу этого... Отвлекал, чтобы охранника вырубить и переодеться им. Найдите маскировку члена экипажа в каютах на палубе 00. Ну, можно, кстати, так и сделать. Пойдем опять вниз. Вы можете слиться с толпой. Хорошо. Спасибо. Блин, мне не тут надо пройти. Теперь я охрана. А каюты где? Если охранник найдет лежащее на земле оружие, он поместит его в подобный ящик. Это займет его на какое-то время. Это вот я того как раз охранника и должен был отвлечь. Так, это кто? Это кто там разговаривает? Найдет что с оружием? Так, пока что я не нашел только каюты. Где они? А, ну вот тут вот.
Какая, интересно, лучшая форма? Так и все, что ли? А, нет, тут еще есть. Что еще осталось из испытаний? Спрятать цель в шкафу, переодеться Норфолком и встретиться с этим телом, и отравить его крысиным ядом. Но это надо будет понять, что он пьет. И где тот Норфолк, надо найти его. А вот он. Блин, а наверное, чтобы отравить, переодеться барменом нужно. Но меня, наверное, запалит, если я сейчас его отравлю бокал. Что ты? Что можно отравить-то? А, вон тут бокал. Давайте-ка сохранимся здесь. Сейчас-то уже, наверное, поздно им переодеваться, правильно? Он же его уже видел. Вопрос, а как потом-то его где найти? А, ну не, нахер. Алло. Что, только вот так выбирать, что ли? Куда его спрятать можно будет? Где туалет? Йо! Кто-то знает о вас. Твою мать.
Так, значит, теперь с ядом. Я думаю, ему мы траванем бокал. Он пойдет в туалет рыгать. А я его там утоплю в унитазе. Интересно, а когда он на вертолет пойдет? Мне же, я так понимаю, вертолет надо заминировать. Прям перед ней это сделал. Классно, блин. Пойду пока поднимусь, посмотрю, как мину на вертолет ставить. Как-то кидать ее или что? И еще вот с этой-то фигней, как ее сбрасывать. Hello. Вы можете сбросить спасательную шлюпку. А, ну да, ломик для этого. Так не пойдет. Ломик вот он лежит, прямо здесь сразу. Куда он его спрятал? Ну хорошо, что здесь хотя бы нету, как в Absolution, что оружие надо все там подобрать. Все вещи и так далее. Блин, а сейчас, наверное, уже не вариант, да, им переодеваться. Вот. Вот пошел, значит, сейчас пить. Бокальчик. Его начнет тошнить. А я пойду за ним. Да все, сори. Что вы, блин, агритесь? Во. Блин, а мне, наверное, заранее надо знать, где он будет, чтобы там его ждать. А, им пофигу, да? Да ты-то зачем пошел, козлина? А даже так можно было зайти. Thank you.
смысле? Его возьми. Шикарно. Руки надо бы помыть на самом деле. Почему дверь уже в другую сторону открылась? А, нет, я ее просто в прошлый раз открыл вовнутрь. Да-да-да. Смотрим, значит. Утопил. Теперь надо сбросить вот эту фигню и взорвать. Осталось. А из уловок нужно переодеться вот этим чуваком. Ну, вопрос. Он в самом начале стоит так же. Ну, в смысле, все время стоит у бара или куда-то отходит? Давайте это перезапустим. Welcome. Вот эти очки, они все время сплюсуются, или пока я не завершу миссию, они не, ну, не засчитаются. То также можно просто постоянно бегать, отрубать одного и того же. Так, ну-ка. Стоит он у бара или нет? Можно, кстати, попробовать пойти сразу наверх. Давайте сохранимся здесь. Идем, сходим за ядом. Сразу форму, ну, сначала яд возьмем. Или он и так не палит меня? Теперь ждем этого Норфолка. Когда он придет?
Я так и не понимаю. А, вон он на улице стоит. Блин. Вот дела. Когда он уже сюда пойдет навстречу? Вообще, давайте здесь теперь тоже сохранимся. И можно пройти наверх и попробовать сбросить вообще лодку, кстати. Блин, нафиг. А, кто? Кто? А кем найдено тело? Бесшумное устранение. Опять кто-то нашел. Да вы что гоните? Твою мать. Ну, защиту нужно. А почему вертолет-то не настоящий? А, это типа тренировочная миссия. Все, загружаем. Долго он будет стоять? Прям дым такой идет от этого. Вот, пошел, наконец-то. Ждем, когда он придет, выпьет и побежит в туалет. А я пойду за ним.
Заходи. Здорово. Это я сделал. А так, блин. А вот здесь что? Осталось его подорвать. Но у меня уже есть идея, как это сделать по-быстрому. Все, защита наша, да? Загружаемся. Вот это вот загружаем. Хотя, наверное, лучше вот это. Good to see you, sir. Здорово, здорово. Готово. Да, блин. Sir, I don't think I've seen you here before.
sir? Можно было просто сюда уйти. Выполнил все испытания. Тысяч, я так понимаю, это максимум, да? Взрывы опасные убийцы, но это защита, потому что последняя. А на бесшумного убийцу можно здесь пройти? Почему с испытания 13 из 70? А, ну вот. Чтобы пройти на максимум, это нужно. Пройти на бесшумного убийцу. Ну давайте, то есть в конце нужно сделать все-таки бесшумный убийца, чтобы было. Так, ну испытания все засчитаны, отлично. Я думаю, самое прикольное это вот этим переодеться Риттером. Welcome back, Initiate. Есть ли, интересно, способ убрать его сразу вот здесь? Ну, вернее, не убрать, а...
say to you, sir? Зачем я туда брал яд? Once again, great work, Initiate. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Silent Assassin. А убийство посторонних оно отнимает? Еще за несчастный случай дали плюс. То есть, если бы я его убрал, получается. Ну то, что вскрыл дверь. А если бы я его убрал и никто этого бы не заметил, то. Ну ладно. Welcome back. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся на канале Let's Play. Всем пока.